Всем большой привет! Сейчас покажу вам один эксперимент по электрическому разряду в жидкости. Жидкость – это несжимаемая среда, и электрический разряд достаточно большой мощности в ней передается во все стороны. Для этих целей использую электрошоковое устройство, которое было еще 30 лет назад сделано и имеет накопительный конденсатор, который более 10 джоулей выдает нам энергию. Сейчас покажу, каким образом он работает с внешним аккумулятором. Аккумулятор уже здесь литий-ионный внешний, а родные D026, никель-кадмиевые, которые сейчас не выпускаются. И с помощью вот этого электрогидравлического способа, то есть разряда в масле, можно восстановить их емкость за счет разрушения дендритных мостиков. Сейчас покажу, как это дело работает. Включаем внешний аккумулятор. Видите, пошел разряд. Вот разряд на яблоке. Видите, да? И разряд в масле. Видите, какой удар. Вот. Эта энергия, так называемая искры, мощная, помогает во многих вещах. То есть с помощью вот этой установки можно, используя масло, очищать детали от нагара, допустим, гораздо лучше, чем ультразвуковая ванна. Можно восстанавливать никель-кадмиевые аккумуляторы, то есть разрушаем дендритные мостики. Дальше я в видео покажу, как это дело работает. Спасибо за внимание.